Здравствуйте, здравствуйте. Чон Вон, а сделал крутое выражение лица. Почему Чон Вон ходит в одной и той же одежде? Вчера я был в другой. Мило. Что бы ты хотел сказать Инджини? Хотелось бы встретиться с вами не через звонок, а лично. Инджини, я люблю вас. Пока. Пока. Здравствуйте. Если меня хорошо видно, подмигни. Подмигнуть? Видно отлично. Можешь спеть отрывок из песни? Да. Так мило. И напоследок, есть ли у тебя пара слов для Инджини? Я люблю вас. Я тоже люблю тебя. Пока. Еще увидимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу сделать селфи с Джейм. Можешь принять какую-нибудь позу? Конечно. Почему ты так круто выглядишь? Спасибо. Напоследок скажи пару слов Инджини. Инджини, я вас очень люблю и всегда благодарен вам. Пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Джейк, если меня хорошо слышно, пошли воздушный поцелуй. Слышно хорошо. Джейк, ты правда щеночек? Я не щенок, но люблю собачек. Тогда кто милее, Лейла или Кайль? Лейла несравнимо милее. Напоследок, скажи что-нибудь для Инджини. Инджини, я вас очень люблю. До встречи. До встречи, пока. Сон Хун Хён, сделай сердечко из укуса. Укусить сердечко? Да. Это так мило. Так ведь? Спой любимую партию из нового альбома. Любимая партия из альбома? Моя партия в Let Me In. Так круто. Скажи Инджини пару слов напоследок. Инджини, я люблю вас. До встречи. Пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Суну, сделай, пожалуйста, цветочек. Да. Очень мило. Спасибо. Поза для селфи, в которой больше всего уверен. Очаровательно. Спасибо. Напоследок, можете сказать Инджини пару слов? Инджини, я люблю вас. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ники, сделайте сердечко с щечками. Да, хорошо. Ники, многие говорят, что ты недружелюбный. Я добрый. Ты поселился в сердцах Инджини. Вау. Напоследок, скажите что-нибудь Инджини. Спасибо за постоянную поддержку. Я буду стараться изо всех сил, чтобы оплатить вам. До встречи. Озвучивала Рэд. Спасибо за вашу поддержку. За субтитры благодарим фансаб-группу Mew Lab.